В Хабаровском крае материнский капитал чаще всего пускают на квартирный вопрос. В Хабаровском крае 85% получивших материнский капитал направили его на улучшение жилищных условий. Региональной выплатой с 2011 года распорядились больше 1 000 граждан на сумму 177 миллионов рублей. Такая мера поддержки предусмотрена в случае рождения, усыновления третьего или последующего ребенка. Размер краевого материнского капитала составляет 200 тысяч рублей, отметила начальник отдела организации и методологии предоставления мер социальной поддержки Минсоцзащиты края Лариса Куликова. По закону использовать деньги выплаты можно на такие цели, как получение образования любым ребенком из семьи, оплату медицинских услуг как самого ребенка, так и родителей, или улучшение жилищных условий. При этом фактически воспользоваться средствами возможно лишь после того, как ребенок, на которого полагается выплата, достигнет 2-летнего возраста. Исключение составляют случаи улучшения жилищных условий с использованием кредитов или займов, предоставленных гражданам на приобретение строительства жилого помещения банками. Тогда распорядиться средства материнского капитала разрешается досрочно, направив их на погашение ипотечных кредитов и уплату по процентов. Использовать материнский капитал можно только при наличии у семьи социального гарантийного письма, подтверждающего право на получение выплаты. Этот документ оформляется органами защиты после рождения, усыновления третьего или последующего ребенка. В настоящее время подобные гарантийные письма в крае выданы 8533 семьям. Кроме краевого материнского капитала, семьи могут рассчитывать и на федеральный семейный капитал. Он выдается в случае рождения у семьи, усыновления второго или последующего ребенка. Получить эту выплату можно в отделении пенсионного фонда по месту жительства. Ее размер на 2015 год превышает 453 тысячи рублей.